Пора обновить гардероб. В день празднования Наурыз в Талдыкургане распахнул свои двери новый торговый дом модной одежды для детей и их родителей. Он называется «Анамин Бала». «Мама и ребенок» – так называется своего рода шоурум модной одежды. Он находится в трехэтажном здании по улице Бержансал в районе Кокбазара. Торговая площадь – 600 квадратных метров. Все пространство заполнено разнообразной одеждой для мальчишек, девчонок и их родителей. Здесь представлен широкий ассортимент красивых и удобных вещей – от ярких комбинезонов и курток до нарядных платьев. Магазин – одна из достаточно больших сетей семейной одежды, действующих на рынке Казахстана. Призван стать местом гипершоппинга для талдыкурганцев. Я работаю в соседнем магазине «Эльдорадо». Рядом с нами открылся такой превосходный магазин. Этому я очень рад. Это хорошее дело. Желаю процветания. Каждая молодая мама знает, что найти одежду для малышей, чтобы и по размеру, и по карману, не так просто. Все это было учтено при организации торговли владельцами магазина. Здесь можно найти качественные вещи по приемлемой цене. День открытия торгового дома в честь праздника Наурыз первым 10 покупателям вручили подарки. Я многодетная мать, поэтому вещи для детей у нас в семье всегда актуальны. Я рада открытию такого торгового дома. Вот как первому покупателю дали подарок. Я приехала из Ускемена сюда в гости и попала на открытие такого магазина. Очень хороший магазин, здесь все есть. Мне очень понравилось. Вот внуку в подарок получила костюмчик. Хорошее обслуживание, приятные продавцы и консультанты сразу же завоевывают расположение покупателя, выстраивая с ними долговременные отношения, чтобы он даже не думал рассматривать конкурентные предложения. Для этого у магазина есть и свои спецоферты. Если при покупке нашего товара одежда не подошла или же не понравилась, то в течение 3 дней товар можно вернуть, если, конечно, он не испорчен. У нас товары по оптовой цене, но, несмотря на это, мы еще можем снизить цены при покупке нескольких предметов гардероба сразу. Сеть магазинов «Анамин Бала» в стране создана 5 лет назад. Торговый дом, который открыт в Талдыкургане, это по счету уже 24-й магазин. Курган қаласында бірінші дүкеніміз болып есептелінеді. Это первый магазин в Талдыкургане. В целом по Казахстану их 24. Товары напрямую поставляют из Турции, Китая, Узбекистана, Киргизстана. Без посредников, поэтому цены невысокие. Также у нас есть свой швейный цех. На прилавках магазина есть и товары собственного производства хорошего качества. На момент открытия торгового дома было создано 12 новых рабочих мест. По словам владельцев магазина, на этом они не остановятся. В будущем ожидается дальнейшее расширение бизнеса. Гульназ Мустафа, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ.